Российские в Эмираты. Зачем исчезают россияне? Как Голливуд уничтожил почти 20 тысяч деревень в РФ? Секретное оружие Кремля. Чудо-агрегат «Свинушка» обнаружен в глубоком тылу Второй армии мира. Я Наталья Власова. Подписывайтесь на наши соцсети, и скучать вы будете точно не сегодня. Мы нашли настоящую вундервафлю Путина. Это тебе не та, которую снимали мультфильмы и грозились снести Лондон. Чудо-аппарат в глубинке нефтяной сверхдержавы выполняет сразу несколько функций. Транспортировку жителей и продуктов. Вперемешку. Вообще не хватает. Еще 15 тысяч. Тем более зарплата задерживают. Так, нестабильно. Ну что вы фотографируете? Все равно толку нет от того, что вы фотографируете. Ну да, как возили нас вот свинушники, так мы и ездили. Ну, хоть, спасибо за свинушники. Ну да, хоть за это не пешком ходить. Система у нас какая. Чиновники миллионы воруют, а нам нормально не могут транспорт предоставить. Возрождаем, возрождаем поселки, ничего не возрождают. Нас наоборот отмирание идет. Одной свеженькая, со мной чёрствая. Хочет беру, хочет не беру. Говорю, все как есть. Ни дорог, ни транспорта, ни достали. Власти, я говорю, выборы были, даже мы не знали, что избирается местный глава, местные органы. Конечно, это иноагенты Навальнята. Навалились в кучу в чудо-аппарат и сеют панику и негатив. Над увеличением населения путинский режим активно работает. Вон гундяевские попы уже нашли причину сокращения популяции россиян. По их словам, последние 30 лет негативная тенденция усугублялась из-за голливудских фильмов. Нет, Путин, который 24 года правит российскими эмиратами, вообще ни при чем. Как страна сокращаемся. Вот есть такое понятие, как русский этнос, русский народ. Вот в этом сокращении общего населения страны, государства, сокращение русского этноса, оно наиболее стремительно. Это особо ярко проявляется за последние 30-40 лет. Но, извините, голливудский кинопром, он не даром работает. Те люди, которые сегодня находятся вот в расцвете сил, которые должны создавать семью, они воспитаны на стереотипах о том, что не надо плодить нищету, о том, что одного ребенка в максимуме достаточно, а некоторые восприняли идею изменения пола или нетрадиционных отношений, которые отнюдь не способствуют как нормальной жизни человека, так просто сохранению жизни в будущих поколениях. Да, не оглядываясь на бедность, войну, безнадегу, закручивание гаек, рожать и еще раз рожать. Хотя страна из-за кремлевского диктатора накрывается тем самым органом, из которого должны появляться новые россияне. Потом эти зайки-служайки толпой идут на Первый канал в программу «Мужское-женское», показывая величие державы на примере конкретной семьи. 7 тысяч отдали. Да на месяц, если будет хватать. И то не хватит. И то не хватит. Помогите. Подключить детям свет. Здесь 8 детей. Подключите нам, пожалуйста, свет. Если бы этим малышам включили свет и провели интернет, то они бы узнали, какая цель их жизни, для чего их родили и мучили в тех самых трущобах. Ваш капитан «Очевидность» сообщает, чтобы они в конце концов могли умереть в окопах. Когда на одних каналах попы КГБшники призывают совокупляться, плодить рабов божьих, на других учат, как быть правильными рабами Путина. Мы преувеличиваем значение смерти. Ну, сейчас мне кто-нибудь может сказать, что Сергей, да хватит, ты сидишь в студии, а там ребята в окопах, а я настаиваю на этом. Главная доблесть, главная цель мужика. Так меня учили с 17 лет. Это отдать свою жизнь за родину. Величайшее счастье. Не умереть затхлым в кладовке где-нибудь или на кровати, а погибнуть за родину в бою. Парень, который бежит с автоматом и штурмует окоп, это человек, который идет в Царство Небесное. Он святой. И все это богословие, которое вот мы сейчас приняли решение, мы напишем катехизис воина. Потому что парням надо объяснить, что когда он лежит и ждет прилета в Певедрона, то пусть тренит себя, пусть не ждет, чтобы он был инвалидом. Это в лучшем случае. А в худшем – мучительная смерть. Зачем? А бояться почему? Потому что пацанам не объяснили, что это не суицид. А это не суицид. Христос тоже мог не идти на крест. Это жертва. А почему высшим счастьем должна быть смерть в окопах, уничтожая очередное украинское село или запуская ракеты по мирным городам? Почему целью человеческого существования – не может быть просто благополучная жизнь? Почему все эти пропагандисты и депутаты Госдуры на своем примере не показали, как стать святыми, потеряв руку или ногу на Донбассе?
и посмотрели бы, как тот же Карнаухов покончил с собой, получив ранение. Вся эта дичь несется не просто так. Режиму не нужны инвалиды. Это лишняя обуза для государства. Выплаты, льготы, протезирование – это дополнительные расходы и какая-то антиреклама СВО. Лучше сразу в рай. Наверное, путинисты набрались этого от своих дружков из Талибана или Хизбаллы. И уже не солдаты, а настоящие смертники должны идти воевать в Украину. Вот боевой маг РПЦ мотивирует бойцов. По виду последних можно понять, что стать камикадзе они еще пока не сильно хотят. Сколько я буду жить? Не знаю. Сколько вы будете жить? Я не знаю. Но то, что раз вы здесь находитесь, на этой земле, раз я нахожусь, значит, это угодно Богу. Вы можете принести большую пользу здесь, чем там, откуда вы к нам приехали. Мы идем на фронт не для того, чтобы деньги зарабатывать, а для того, чтобы защищать свою родину, быть полезным, если нужно будет отдать свою жизнь. Но тут, как говорил великий геостратег, нравится, не нравится, а черный пакет сам себя не заполнит. А мы верим в наш народ, в нашу армию, во всех, кто героически сдерживает навалу оккупантов. Медики, волонтеры, спасатели. На фронте сейчас очень тяжело, это правда. Но мы не имеем права уставать, унывать и опускать руки. Поддерживаем друг друга и, прежде всего, наших бойцов. Подпишитесь на наши соцсети и пропустите главное не сегодня.